специальный выпуск «Зверские забавы». И, кстати, в конце ролика мы наконец-то разыграем куклы Моаны. Вот они, кстати. Целых 3 штуки. Если не видели видео, то посмотрите по ссылке. Там много интересного. Но это выпуск пройду. В нем я буду рассказывать о во всем сибирском. Чтобы получилось интереснее, я пригласила помощника. Обычно зимой не спят. Но он проснулся. Знакомьтесь, Мишка. Привет, Мишка. Так, так, так. Кого-то мне вон на кого же он похож? Где-то я уже его видела. Точно. Это же медведь из мультика. У нас такое дело. Какой же Мишка без Маши? Ну вот, другое дело. Я похожа на Машу. Смотрите, а там медведь. Пойдемте пересядем за стол. Ну все, Мишка, давай показывай, что принес. Интересно же. Спасибо, медведь. Вот это да! А что это здесь такое? Что это такое, медведь? Сила. Ее что, надо в ухо засунуть? Сила написано. Такую есть тоже надо. Ну давайте попробуем. Интересная, вкусненькая сила. Она одна всего, Мишка. Я думала, тебе достанется. Так это же жвачка. Только без вкуса. Но полезная. На, Мишка, пойди в сезонки. Ну что, как, Миш? Ну вот, мне тоже нравится. Ну что, Миш, дальше показывать. А что это такое? Похоже на какие-то белые семечки. Дольниковый мед с скидловым орехом. Мишка, попробуй ты белый. Мишка, вот нам ложки. Это тебе, это мне. Что-то они так резко... На, медведь, попробуй. Я мало там насыпала. Ну что, Мишка, как тебе? Ну тогда я попробую. А что, вкусненько. Это тебе, Миша. А это мне. Эп. Олежки на зубах хрустят. Даже все хоть их не надо. Что там еще у тебя есть? Что это такое? Варенье. Из сосновой шишки. Смотрите. Его себе. Вот это да. Помоги, Мишка. Какой ты сильный.
как же вкусно. На, медведь, попробуй. Ну ты там вообще медведь. Доставай еще. Мишка, что это такое? А, это жмет. А это что? Варенье малиновое. Это как будто чупа-чупсики. У тебя шпалка. Шишки на палке. Вяленые шишки на палке с клюквой. Ну-ка, давай попробуем. Какой странный вкус, но вкусный. А что, больше ничего нет, медведь? Ну, тули. Убирай клюкву со стола. Мишка, это ты здорово придумал. Так это же орехи кедровые. Давай теперь усложним задание. Ты завяжешь мне глаза. Все, теперь я буду вкуснотисти угадывать. Мед. Орешки. Варенье малиновое. Меня как будто в угол поставили. Мед. Мед. Новая шишка. Ой, что-то я уже объелась. Орешки! Ну все, хватит загадок. Давайте теперь поиграем пухлый мишка. Я беру по одному орешку и кладу в лот. После каждого орешка я буду говорить пухлый мишка. Угадайте, сколько орешков поместится во лту? Как думаешь, сколько? Ну, примерно. 10? Да это легко. Медведь, подай орешки, пожалуйста. Пухлый мишка. 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 Пухлый мышка. Пухлый мышка. Пухлый мышка. Пухлый мышка. Пухлый мышка. Вот пухлый мышка на локоть. А вы почитали, сколько я могла орешков засунуть? Пишите в комментарии. Правильным ответом я поставлю лайк. Позабавились мы с тобой, Мишка. Спасибо тебе за помощь. Давайте скажем Мишке пока! Надеюсь, вам понравилось. Советую вам сушку попробовать. Ну вот и все, ребят. Сейчас будет конкурс. Я объявила конкурс на лучший загадку, который соберет больше лайков. Давайте поищем победителей. Так. Первый победитель. Ага. Свин, ты знаешь, где победитель? Свин, посмотри, кто победил.
Итак, первый победитель — Лиза Гатинская. Ура! Поздравляю тебя. Ее загадка собрала 60 лайков. Она написала про греков. Она думала, что она не выиграет. Но она выиграла. Так, давайте найдем второго победителя. Так, где победитель? А вот и второй победитель. Их комментарий собрал 59 лайков. Ого! Ого! Это тоже много. Они написали загадку про страуса. Она мне очень понравилась. И они тоже получают Моану. Нужен еще один победитель. И последний победитель — Даша Фан. Она получает третью куклу. Трам! Дарин. Давайте поставим победителей. Мои поздравления! Подробности, как забрать приз, будут в описании к этому видео. И еще. Напишите в комментарии, какую куклу вы бы хотели. Если это видео соберет 3000 лайков, то мы сыграем эту куклу. Не забывайте хэштег. Желательно игрушка. И какой комментарий наберет больше лайков, то игрушку мы разыграем. Не забудьте подписаться. С вами была Машка. Медведь уже ушел. Всем пока!